Увэй, настоящий мастер боевых искусств, благородный, справедливый человек чести, настоящий мастер ушу, настоящий мастер боевых искусств. Увэй владеет настоящим традиционным ушу, владеет винчун, тайди цюань, стилем обезьяны и другими направлениями традиционного китайского ушу. Только он знает и умеет, как нужно делать и как добиться этого. Клянусь Богом, сударь, это слова человека, несомненно, благородного. Так говорили и действовали воины времен Карла Великого, примеру которых должен следовать каждый настоящий мужчина.